Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, в этом видео я сниму небольшой обзор по блоку питания на Xbox. Xbox One в данном случае. Вот он, наш Xbox. Ну, он мне достался без блока питания, но рабочий, поэтому я решил себе заказать самый китайский блок питания. Вот сейчас я вам и покажу его. Давайте проверим. По комментариям к этому блоку, там я видел, писали, что он шумит. Ну, сейчас посмотрим. О, слышно, слышно. Ну, то есть там какая-то система охлаждения, судя по всему. Гудит кулер. Но никаких, как бы, звуков, типа там тресков и так далее, я не слышу. Вот, в принципе, работает блок питания. Стоит он, конечно, дешево, самый дешевый взял. Вот. Ну, как видим, приставка работает, запустилась. Сейчас вот загрузка идет. Джойстика у меня нету, поэтому докуплю, сделаю еще дополнительный обзор. Ага. Ну, как видим, работает эта штуковина. Единственное, минус вот это то, что, ну, прислали, видели, да, вот этот вот кабель, то есть дополнительный переходник покупать к нему надо, либо же просто другой кабель от обычного блока ПК, например, ну, можете использовать. Вот. Ну вот, как бы, и все на этом. Смотрите следующие обзоры, буду снимать по поводу того, как снять видео с помощью Xbox, как подключить PS4 к Xbox One. Ну, об этом чуть позже. Спасибо за просмотр, всем удачи, до свидания, подписывайтесь на канал.